Что ж, начнем. Надеюсь, все сработает. Крутой звездолет получился. Как думаешь, Снежке понравится? Что, ты эту штуку хочешь подарить Снежке? Эх, Васька, всему-то тебя учить надо. Девчонкам цветы дарить нужно. Во! Вот и подарю. В следующий раз. Зато мне Снежка почти каждый день звонила. А Аленка что? Один раз тебе смайлик прислала. Я ей тоже почти не писал. А вот и автобус. Смотри и учись. Привет, Мэйден! Привет, мальчишки, как дела? А это что за веник у тебя, Саш? Для школы гербарий собрал. Ой, как же хорошо дома! Отличный урок, Саша, спасибо. Да, Аленка не ожидала от тебя такого. Сказала, 5 пирогов съешь, а сама 8 проглотила. Это потому, что бабушкины пироги очень вкусные. Но по мороженому-то я тоже соскучилась. О, мы хотим мороженое! 10 порций! Кот, кто подевался-то? Кот! Выпустите меня! Кто это сделал? Кто же так вкусно? А? Козленочек, друг мой дорогой, украли, украли, верните! Патруль? Вы что здесь делаете? Мы за мороженым пришли. А что вы в кладовке делаете? На вас напали? Да, подло и низко, но и им досталось. Я совершал обход Мышкина, как и положено, хранителю, и тут появились они. 25 злодеев! И схватили моего козленка! Я достал свое оружие! Одного я так, другого сяк! Тыч! Бам! А третьего я ух! Но тут один напал на меня сзади! Трус! Мяу! Вот это да! И кто это был? Кто? Ох, я их даже рассмотреть не успел. И раз вы здесь, идите и проследите, не объявится ли этот последний негодяй. А я пока придумаю героический план по освобождению моего дорогого козленка. Ничего-ничего, Белочка, занимайся своими делами, а мы тебя покараулим. Может, зря мы сюда пришли? С чего вы вообще решили, что похитителю нужна эта белка? Ой, злющая. Возможно, ему нужна не белочка, а ее золотые орешки. Ведь козленок тоже был непростой. Точно! Козленок золотой копытце! А золото у нас в мышке не делают только козленок, белочка и... Курочка! Рябушка наша! Стоять! Скорее за ними! А вы... следите за белочкой. Девушка, иди! Ты сгоняй справа! Ой, куда бежишь? Вот ты что по сторонам не смотришь? Скорее за ней! Сказочный патруль снова в деле! Ю-ху! Вот шустрые. Где они? Вон, бегут на площадь. Давай, Васька, не зевай. Смотри в оба. Что это ты тут раскомандовался? Ну кто-то же должен быть главным. Куда они делись? Там, смотрите! Простите, простите, дайте пройти. Вопрос курицы и яйца! Упустили! Ничего, у нас еще белочка есть. Ну, и где она? Так вот.
только что здесь была? Васька, скажи! Не знаю, ты же у нас главный. Эх, вы, защитнички! Белочка была нашей последней приманкой. Вот именно! Где нам теперь золотого зверя достать? На Новый год у Дедушки Мороза попросить? А, давайте! А, я это сказать хотел. Давайте такого зверя сами сделаем. Троянский конь? Васечка, ты просто гений! Гений? Да никто на этого троянского лося не купится! Ай, Васька, это ты мне на ногу наступил? Нет, лось! А ты просто злишься, что это не ты придумал! А ну, тихо! А, смотрите! Белобрысая! А ты, рыжая, давай сюда блестяшку! Живо! Ой! Ах так! Драться хотите? Ну ладно! Говорила мне бабушка маленьких не обижать, но вы сами напросились! Это что еще такое? Аленка, в сторону! А вы что творите? Да ничего я не делаю! Это все магия! Чего она меня не слушается? Наверное, это те кристаллы из прошлого изменили нашу магию! Попались, глупые девчонки! Ты кого глупыми назвал? Крот переросток бородатый! А ну, получи! А ну, отпустите нас! Что? Положи, где лежала ты! Варюга, не дорога! Или что? Что вы нам сделаете, волшебницы? Мой звездолёт! Какая блестяшечка! Отдайте мне! Нет, это моё! Это моё! Гномики, прекратите! Неужели вы не видите, что сами лишаете себя главного сокровища? Сокровище? Где? Оно между вами. Это дружба. Зря смеетесь. Дружба бесценна, потому что друзья вместе радуются и вместе грустят. Они всегда поддерживают друг друга и никогда не обижают. Друзья придут на помощь в любую минуту. Пс, девчонки, а кто из друзей у нас не в плену? И поделятся самым ценным. Это что, делишься, что ли? Так и я это только тоже. На. Да. Бери. Ой, это мне. Да. Спасибо вам, гномики. Я всегда мечтала о звездолете. А это что еще за гадость? Фу! Что случилось? Королева Снежка! Кто у вас так? Кто этот злодей? Вообще-то, он уже ушел. Вася, ты как? В порядке. Ты это, извини меня, я был неправ. Да, все сделано, уважаемый кот. Что? Почему козленок с грязными копытами? Ну, извините, господин хранитель, не успели протереть. И вам всего хорошего. Вот вредина. Девчонки, автобус! Спасибо за звездолет, Васечка. Он мне очень понравился. Снежка, ты это приезжай почаще. То есть
Все приезжайте. Увидимся, мальчишки! Аленка, не забывай мне звонить! Или хотя бы смайлики присылай. Саш, ты просто в следующий раз сделай звездолет. И все-таки, что же это нашло на гномов? Отлично! Невероятно сработало! Положите начало! Начало положено! Все идет по плану.